росли. Да не хватило забить открытые броски, которые мы сами, да вроде, да хорошо создали для партнера, но не смогли забить. Мы бросили 24-4 трехочковые, да очень плохой процент. И в тот важный момент, когда там надо было переломить, да сломать команду, когда мы догнали их, надо было только забить, да что мы не смогли сделать. Да игру проиграли в первой половине, когда да, тоже не забили свои броски, сделали очень много глупых потерь. Да Запорожье перехватило и забили легкие очки. Спасибо. Есть вопросы к игроку? Как сказал Саша, да, это мои слова в раздевалке. Я всегда им говорю, что не имеет значения первое нападение или последнее нападение. Каждое нападение важно. И ключ к этой игре, я сказал в раздевалке перед началом игры, это будет первая четверть, первая половина игры. Мы очень мягко начали. Очень мягко начали. Без той агрессии, которая должна была быть, и позволили Запорожью забить первой четверти 32 очка. Это один из ключевых моментов по этой игре. Несмотря на то, что мы бросили с ужасным процентом, безусловно, трехочковые броски, если отбросить даже последние эти два броска, то было бы 22-2, и при этом мы забиваем 80 очков. Да, то есть, если хотя бы забить каким-то прожиточным минимум, там, 30%, то ты забиваешь 100 очков и выигрываешь очень легко игру. Поэтому ключ поражения кроется в первой половине, безусловно, и в ужасной реализации. Если посмотреть статистику, у нас 17 подборов нападения, у нас больше ассистов, у нас одинаковое количество потерь, у нас больше атак и так далее, и так далее. Но это все можно перечеркнуть, да, если... Надо хотя бы хоть какой-то полуоткрытый бросок забить. К сожалению, сегодня не было. Будем над этим работать. Спасибо большое. Поздравляем вас с победой. Конечно, мы болели за Химик, но знаешь, вы были сильнее. И очень хочется послушать от игрока, который набрал наибольшее количество очков в этой игре, каким сложился, как сложился матч. Malik, congratulations with the win tonight. You scored 30 points. And what was the game for you? Actually, I was just playing off the rhythm of the crowd and my team. We wanted to be, you know, on top. So just got to fight every game. Malik говорит о том, что он просто пытался играть так же, как и его команда, быть в ритме игры. И пытался, как и любой игрок его команды, быть на вершине и диктовать свои правила. Вы становились лучшим скорером в Суперлиге по рейтингу на данный момент. Это личное желание бросать или же... Задание тренера. Translator. Trainer ответил. No. Your question. You became a top scorer in the league at the moment, and this is your coach requirement or your initiative? I say coach. You know, he put me in the right spots. I'm learning the plays, so it's just all working out. I'm putting myself in a better position to score and help my team out better too. Because if I drive, I can kick to my teammates, which they are hitting shots too. So it's helping me penetrate. Малик говорит о том, что это требование прежде всего от тренера идет, чтобы он брал на себя большинство атак. Но он также старается заигрывать партнеров, и они в свою очередь также не забывают про него, поэтому он и является топ-скорером сейчас на данный момент. Не знаю, тяжело очень игра, всегда у вас тяжело играть. Приятно то, что сегодня была достаточно широкая ротация. Постепенно я начинаю рассчитывать больше и на Теряника, и на Кондракова. Нашел свое место в нише состава Мироненко. Тарасенко по-прежнему еще допускает ошибки, но уже от него идет помощь. А когда помощь идет, это значит уже хорошо. Что касается... самой игры мы готовились, мы внимательно изучили вашу команду. Главное оружие – быстрый отрыв. Мы у них сегодня
постарались забрать. Не могу сказать, что очень получилось. Но они забили всего 7 очков против 20 наших в быстром отрыве. То есть я считаю, что с этой задачей мы справились. Единственное, чем я совсем недоволен, это 17 подборами на нашем щите. То есть это 17 вторых шансов. Да, мы играли большую часть времени с молболом, маленьким составом. Но при этом это не дает нам права столько неправильно играть на своем щите. Поэтому, естественно, сделали замечание и готовимся уже к Одессе. Вашу команду пока поздравить я не могу, но я вам скажу, что такая молодая команда, у нее все впереди. И я великолепно помню ощущение, когда мы на домашнем турнире получили от них 30, абсолютно заслуженно. И я же говорю, единственное, что сегодня мы смогли убрать те ошибки, которые были в первой игре. Мы проанализировали их тщательно, и сегодня мы их не допустили, это самое главное. Ну, плюс в нужные моменты наши снайперы не подвели, и Мироненко, и Трент попали тогда, когда зал гнал вашу команду вперед, и когда мог наступить переломный момент. Мне приятно, что теперь у нас зал не хуже, чем у вас. Мы вас ждем в гости. Спасибо, до свидания.